Что про самбу знаем? Все знаем? Самый важный танец в латине — самбо. Почему? Первый. Правильно, первый. Если пара такая строчечка вышла уже, уже понятно, как вы будете танцевать. Представляем, стандарт только сейчас был. Встали криво, начали двигаться. Танго шансов поставить крест в танго уже будет намного-намного меньше. Это первый очень важный вариант презентации. Я думаю, Евгений будет просто про ритмы очень много разговаривать. Мы поговорим про те вещи, которые помогут вам двигаться легче, да? Выглядеть объемнее. Основная проблема пар вашего уровня. Где-то что-то перезажались, перестарались. Про эту проблему говорили в прошлый раз. Сами также. Сколько, кстати, счет? Нет, неправильно говорю. Ритмов сами, кто помнит по технике? 8. 8 ритмов самби. Это техника. Это basic. Хорошо. Три направления ритмов какие? Основные. Первый — вамсик, пружинка. Понятно. Какой второй вариант? Второй вариант ритма. Ну, только не говори, что не знаете. На вашем-то уровне. Ну? Правильно. Flat. Плоский. Все варианты, когда мы делаем батакады, да, любые, которые мы делаем, роки, тому подобные вещи. Роллы, кстати, тоже, без подъемов. Flat. И третий вариант. Фигура исключения. Какой? Ну, соображаем. Третий вариант. Мы с вами пружинку говорили уже. Да? Flat мы с вами говорили. Третий вариант. Ну, дети, соображайте. Третий вариант ритма. Хорошо, бросили мячик. Что с ним происходит? Подскакивает. На что похоже? Правильно, волнообразный. Какая это фигура? Променадный бег.